Яркие рисунки, мягкие игрушки и поделки. На выставке представлены лучшие творческие работы детей с ограниченными возможностями здоровья. Анастасия Бегун представила на выставку «Сказочный домик». Воплотить задумку в жизнь девочке помогали родители. Мы заставили папу придумать нам, как сделать каркас. Из того, что было, собрали. Вот где-то там кусочек синтепона, где-то снежинки нашли. Ребята готовили свои конкурсные работы в течение месяца. Лучших на районном этапе выбрали в центрах «Семья». В финале на выставке больше сотни экспонатов. Праздник проходит при поддержке городских общественных организаций, Общества инвалидов и Союз женщин Самары. Подарки организаторы подготовили для каждого. Очень приятно, что такие дети, эта категория особых детей, не остается без внимания. Мы приготовили победителям этого конкурса вот такие подарки. Это подарочные сертификаты. Каждая мама, родственник с ребенком пойдут и выберут то, что хочет ребенок. После подведения итогов участников выставки ждали подвижные игры со сказочными персонажами. Раз, два, раз, два. Вот и кончилась игра. Лариса Шлафаст, Сергей Баскин. События.